Да, я знаю, что про животный жир уже снимали и уже показывали целый маршрут, как идти куда и чтобы получить его. Но я нашел свой маршрут животного жира, точнее не свой, а свою стоянку, где он находится в больших, фактически неограниченных количествах, а также есть свинушки и также есть олени, олени, олени. Да. Всем привет, с вами Готика, с вами Сократ. Животный жир нужен в этой игре для того, чтобы крафтить огненные патроны и разрывные пули. Все о разрывных патронах и не только о таких можно посмотреть в ролике с верхним правым углом. Мы с вами приходим на метки, куда я сейчас поставил на карте. Создаем одиночную сессию. Для тех, кто не знает, как это сделать, в верхнем правом углу сейчас выскакивает подсказка. И, собственно, после чего мы начинаем нашу дикую охоту на уток. Уток, пекинских уток. Желательно ловить их на подлете, то есть на взлете и подлете, так сказать, никогда не на воде. Потому что достать трупы потом будет сложнее. И, конечно же, безусловно, мы еще захватим свиноферму, которая находится рядом со станцией. И также можем поохотиться на оленей. Этот маршрут более чем безопасный, и находиться здесь вы редко будете встречать гриферов, которые будут портить вам игру. Чаще всего вы будете встречать здесь повозки, потому что по этому длинному мосту перевозят именно их. А разрывные патроны, соответственно, огненные патроны нужны для фарма этих повозок. Не дай бог, конечно, если вы этим занимаетесь, но тем не менее, в любом случае нужен жир для этих целей. Вы можете спокойно фармить, прямо здесь создать огненные стрелы, увидев повозку, собственно, начали ее грабить. К сожалению, я этого настоятельно не рекомендую делать и портить игру другим игрокам, но уж лучше так, чем читеры, согласитесь. Безусловно, самый легкий фарм здесь уток это через раскрась в черное. Выпиваем тоник, фармим, сразу 20 животного жира создать не проблема. После чего можно рядом поставить лагерь и, собственно, сразу скрафтить пули. Внутренние земли это называется. Лагерь, если повезется, поставится прямо рядом с этой рекой, чуть дальше по движению реки. И тем не менее, вы всегда сможете прийти сюда даже без лагеря, создав одиночную сессию и продолжить заниматься фармом драгоценного нам ресурса. После того, как вы вдоволь нафармились уток, можно также захватить и оленей для торговой компании Крипс. Они находятся чуть дальше по берегу, ближе к воде, ближе к озеру. И если там нет оленей, можно поставить приманку на травоядное, после чего, соответственно, олени прибегут. Но не это не стопроцентная рабочая информация, потому что если здесь стоянка не оленей, а каких-то других животных, то прибегут другие животные. Но чаще всего здесь именно олени. Фармим сюда в телегу, 5 тушек набивается вообще легко. И, соответственно, единственное, что, чтобы олени не убежали в воду, а то их трупы вообще невозможно достать, в отличие от уток тех же самых. Ну а возле станции находится свиноферма, где также можно пополнить запасы животного жира. С вами Готика, с вами Сократ. Подписываемся на канал, ставим лайки. Пока. Заходим, кстати, в Дискорд. Да, в Дискорде нас все больше и больше.